Анонс и точная дата выхода второй серии нового сериала «Сансара». Вторая серия сериала выйдет на интернет-портале ОКО 13 апреля. Ранее в сериале мы увидели главного героя Андрея. Он просыпается в своей питерской квартире, чтобы встретить новый день и отметить очередной день рождения – 23 октября. Он выпивает кофе и отправляется на работу. По пути принимает поздравления от матери и получает приглашение зайти к ней после работы. Омрачает праздничный день труп прохожего, которого, похоже, сбила машина. В офисе главный герой Сансары весь день принимает поздравления от коллег, потом выступает с пожеланиями его приятель. Все ждут праздника, но отмечать день рождения Андрей планирует только в выходные. Вечером он заключает сделку, встречается с друзьями и отправляется домой. Новый день. Андрей просыпается в той все той же питерской квартире, но на календаре почему-то 22 октября. Мужчине предстоит понять, как он попал в эту западню и исправить ошибки прошлого. Только там он сможет вернуться в реальное время. А справится ли он, мы узнаем уже в новых сериях сериала. Вторая серия сериала выйдет на портале ОКО 13 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.